красивейший край, одна из автономий Испании. Мягкий средиземноморский климат, прекрасная природа и огромные по протяженности пляжи делают Каталонию одним из ведущих мировых курортов. Коста-Браво является основным направлением пляжного туризма. Протяженность береговой линии с севера на юг составляет 220 километров. Разнообразный природный ландшафт и живописные места позволяют путешественникам насладиться великолепным отдыхом. Своей неповторимой красотой поражают бухты с крупным золотисто-желтым песком. В горах растут сосновые леса, в которых воздух удивительно полезный и целебный. Здесь наблюдается большое разнообразие ландшафтов. У каждого имеются свои достоинства. Коста-Браво предлагает отдыхающим множество экскурсионных программ. Советую посетить местные винодельческие хозяйства. Я нахожусь на виноградниках Масмола. Здесь произрастают 45 сортов различного винограда, один из которых я сейчас попробую. Очень сладкий. И запах даже есть. Сладко. На виноградных плантациях произрастают уникальные сорта. Благодаря местному климату и плодородию почвы в этом месте можно выращивать виноградники практически любых сортов. Это семейное хозяйство. Секреты производства передаются из поколения в поколение. Уборку урожая выполняют вручную. С куста грозди срезают специальными ножницами. Урожай сначала укладывают в ведро, пока емкость не заполнится. Затем виноград выкладывают в кузов транспортного средства. С участка виноград вывозят к месту переработки. Весь технологический процесс выжимки и изготовления сока можно увидеть на семейном мини-заводе. Посетителям предлагают спуститься в прохладные винные погреба, где расскажут историю родового хозяйства, а также технологию изготовления различных сортов божественного напитка. И, конечно, самое главное, гостям предлагают продегустировать несколько сортов вин вместе с каталонскими закусками, басками и сырами. Местные вина своим неповторимым вкусом удивят даже самых искушенных знатоков. В Каталонии развит гастрономический туризм.